Добрый день, уважаемые друзья майнеры. Сегодня 9 мая, День Победы. Для майнеров это двойной праздник. Сегодня биток пробил 6 наверх. И наконец-то мы пошли, судя по всему, to the moon. Мы еще можем сходить вниз ненадолго, но тренд очевидно наверх. Сегодня мы продолжим разговор о картах ФПГА. Тема эта чрезвычайно интересная. Как видите, мы перекрасили наш майнер. Уж больно не нравился зеленый цвет моей жене. Кое-что здесь поменялось. Мы купили новые карты. Теперь их тут 10, BCU 1525. Стараемся не отставать от модного современного тренда. Мы немножечко доработали установку. Сейчас у нас немножко оптимизирована подача теплоносителя. В результате, как вы видите, вот на алгоритме Skunk Hash практически в полном разгоне работают карты. При этом температура у них опустилась в район 50 градусов. 400 с чем-то там, с плюсиком ватт они потребляют каждая. Так что все, в общем-то, неплохо. Если помните, в начале января у нас выходил ролик, назывался «Киты заходят в майнинг», как-то так. Тогда было много недоумений, скажем так, со стороны наших зрителей. Писали даже, что как бы это полная чушь, какой смысл заходить в майнинг, когда все лежит. Однако же, если мы вспомним слова Рокфеллера, а он говорил, что покупать надо, когда по улицам течет кровь и над головой свистят пули. Ну, не ручаюсь за точность цитаты, но примерно. Так вот, эти ребята оказались правы. Они купили оборудование, когда оно было в самом низу. S9 они брали по $135, если мне не изменяет память. Ну и на оборудование мы им сделали солидную скидку. Я тоже удивлялся. Говорил, куда столько? Однако же вот они уже отбились и майнят себе в плюс. И сегодня эти ребята заходят в майнинг по FPGA. Ну и мы стараемся не отставать. Играемся пока на разных битстримах, ждем. Скоро должен выйти битстрим на алгоритме X16R и X17. Это монетки, которые уже входят в топ-50, Raven Coin и Verge. Так что все впереди. Вся игра впереди, что называется. Если вы помните, в прошлый раз мы предложили конкурс всем желающим поучаствовать в разработке самого креативного устройства для охлаждения асиков. Призом должна быть вот эта установочка на 3 асика. Мы получили, не сказать, чтобы много, но несколько вариантов. Из них выбрали один, который лично мне больше всего понравился. Значит, человек представился узбека таджиком или таджика узбеком по имени, никак не могу забыть, Жахонгир. Так что мы этого товарища пригласили и сегодня вручим ему эту установку. А что он придумал, вот смотрите на экране. Меня зовут Жахонгир, я из Таджикистана, говорит по-узбекски. Я работаю с братом Сарисом. Мы живем тут, а тут очень жарко и пошумит. Поэтому мы придумали охлаждение системы. Вот я буду показывать ее. Это очень хорошо. Там спать не можно, а здесь можно спать. Ну что же, в общем-то, задумано у тебя интересно. Здорово, здорово. Ты почему узбек и таджик, объясни мне?
Я живу из Таджикистана. Так. Я сам таджик, а разговор узбек. Я живу из Таджикистана. Ага. То есть ты говоришь по-узбекски, а сам таджик? Да, я сам таджик. Но у таджиков персидский язык, а у узбеков тюркский. Тюркский, да, да. И ты на том и другом говоришь? На том это узбек. На узбекском говоришь, да, на узбекском. И на таджикском говоришь? Таджикский тоже знаю, да. И русский знаешь? Русский тоже знаю. Так, извини, никак не запомнил, как Джахангир. А в школе какой иностранный язык учил? Немецкий. Немецкий. Да. Ну-ка скажи доброе утро по-немецки. Good morning. Это английский? Да, я и знаю еще английский. Ну ты полиглот, слушай, горжусь знакомством. Короче, ты у нас победитель конкурса, вот твоя установка. Ну да. Вот, да, сейчас давай ее раскрутим и в добрый путь поедешь домой. Ты где живешь? Как город называется? Я живу в городе Старовшан. Как? Город Истаровшан. Истаровшан. Да. Ага. А здесь где работаешь? Москва. Митро Царицыно. 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 Царицыно, да. Ага. Все понял. Ну хорошо, давай приступим. در خونه ی تو که بیای دوباره ببینم روی تو گلارم گلنا آجه سرم گلنا از برای تو دل بیقرارم یا گلارم گلنا بانو سرم گلنا چشم روی تو منتظرم یا путь не близкий у нас. Царицыно, Царицыно. Самарканда доедешь, позвони. Хорошо.